Наша планета так устроена, что после зимы приходит весна, потом лето, а за летом следует осень. И каждое время года приносит нам что-то новое, интересное и приятное. Весной журчат ручьи, щебечут птицы, появляются первые весенние цветы. Лето приходит к нам с жарой, с яркими цветами и вкусными ягодами. Осенью зеленые листья становятся желтыми или красными и опадают. Зима радует пушистым снегом, катанием на коньках и новогодним праздником. Почему же так происходит? Почему времена года сменяют друг друга? Дело в том, что наша Земля вращается вокруг Солнца. Солнце – очень горячая и яркая звезда, которая греет Землю. Земля движется в космическом пространстве по своей орбите. Но земная орбита не круглая, а вытянутая. Потому планета, на которой мы живем, то приближается к Солнцу, то удаляется от него. Еще Земля вращается вокруг своей оси. Это такая воображаемая линия, которая проходит от одного полюса до другого. И день на нашей планете сменяется ночью. Земная ось немного наклонена, поэтому Солнце нагревает поверхность Земли по-разному. Где-то сильнее, а где-то меньше. Потому на планете бывает и зима, и лето, и весна, и осень. Смена времен года не везде происходит заметно. Есть такие уголки Земли, где всегда жарко или всегда холодно. Например, на Южном полюсе в Антарктиде снег и лед никогда не тают. То же происходит и на Северном полюсе. А в жаркой Африке люди не знают, что такое снег. Где-то на Земле льют дожди, а в пустынях дождей почти не бывает. Вот такой удивительный мир. До свидания!